Продолжаем. Мы сейчас мы вот так вот возьмем, магически перенесемся не в Ялту, а в этот раз в Керчь, другой приморский город. Да, все верно. Там нас уже ждет корреспондент Кристина Красюк. Она выходит на прямую связь со студией. Кристина, знаем, что у тебя есть новости из сферы творчества. Какие именно? Давай-ка расскажи подробности. Да, коллеги, доброе утро. Я рада вас вновь приветствовать с такой красивой локации. У нас на фоне Керченский пролив и Крымский мост. Такой вид красивый можно увидеть с площадки ресторана «Галеон», где мы сейчас и находимся. Мы неоднократно говорили о том, что самоизоляция – это время для творчества. Кроме того, это прекрасная возможность раскрыть себе новые таланты. Например, почувствовать себя в роли автора. Ведь, по сути, для этого нужна лишь ручка, блокнот или листок бумаги или любой электронный гаджет. Но, конечно, главное – желание. Такой шанс юным керчанам предоставили члены Союза писателей Крыма. К нам в гости сегодня пришла организатор проекта Елена Митина. Елена, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, что это за конкурс, да, кто принимает в нем участие, какую цель перед собой ставили? Доброе утро, Кристина. Рада всех сегодня видеть. Да, конкурс действительно получился очень успешным. Мы сами не ожидали, потому что в условиях самоизоляции нашей основной целью было занять детей, занять деток, сплотить семьи. Это невероятно важно. Конкурс проходил в несколько этапов. Уже 30 числа будет окончание, подсчет голосов, потому что жюри компетентное уже приступило к анализу произведений. Участвовали как дети, так и взрослые. Взрослыми я называю подростков. Конечно, их затянуть было тяжелее. Конкурс «Моя невыдуманная история» — это, собственно, рассказ о своем времени сейчас, в это нелегкое все-таки время. И, конечно, дети писали больше о том, чем они занимаются дома, как они помогают своим родителям. Но и в основном уклон был на то, что как все-таки здорово было в школе, а мы этого не ценили. Но помимо прозы нам присылали и поэтические работы, видеоработы. Вот это было действительно позитивно, весело и здорово. Ребята писали о самоизоляции с таким юмором. Вот этого нам сейчас не хватает. Поэтому, я думаю, мы справились на 100%. Заявок очень много, больше 20 для города. Да, это действительно здорово, тем более сейчас. Лен, не могу не спросить, да, ты творческий человек, как твоя деятельность проходит сейчас, вот во время самоизоляции? Да, разумеется, конечно, мы не останавливаем работу. Поэты, писатели, напрямую связаны с музыкой. Сейчас очень много заказов, очень много работ. Мы пишем, естественно, стихотворения. Но и, наконец-то, есть возможность достать все эти тома, дописать свои рассказы, произведения, повести, романы. Это очень здорово, потому что раньше, на самом деле, такой возможности не было. Мы во всем находим плюсы. Это люди, которые все-таки черпают вдохновение из сложившихся ситуаций. Но работы очень много. И различного рода онлайн-курсы по риторике, по литературе. Сейчас мы занимаемся этим еще активнее, помогаем детям. Лена, ну, может, и тебя как-то вот вдохновила эта тема на написание какого-то стихотворения? На самом деле не очень, потому что эта тема сейчас форсируется, а я все-таки пишу больше о своем родном крае, о природе. Мне это очень нравится, поэтому меня вдохновляет тоже море. Может, прочтешь нам какой-нибудь отрывок? Ну, могу только симпровизировать, наверное, сейчас очень резко все это происходит. У моря лицо без изъяна, но бурный дикий нрав встречает рассвет румяный на солнечных берегах. Под парусом дух свободы. Но ночь нам не даст уснуть, и ветер бушует, воды. Прекрасен наш светлый путь. Лен, спасибо большое за эту увлекательную беседу. Коллеги, хорошего вам настроения. Доброе утро.